Дамы и господа, леди и джентльмены, добро пожаловать на канал, это A-Games. Меня зовут Богдан, и это у нас Blue Shift. Я думаю, завершаем с вами этой серии, мы с вами Blue Shift, потому что я это так чувствую, так понимаю, так представляю, что нам осталось совсем чуть-чуть. Я тут до записи, не, была сейчас у меня запись, я в ней минут 15-20 бегал тут, я не знаю, как проходить это место. Это у нас Хладагент, который нас моментально вырубит, отрубит, зарубит, заморозит. Ты чё? Смотри, я думал, что это бочка, но она... Короче, тут есть дверь. И тут есть провод, детонатор, дверь и динамит. Если все это логически связать, то как бы это должно все взорваться, тем более кнопка нажимается. Не, ну, это детонатор отжимается. Вот тут нам не хватает куска кабеля, провода. Но в Half-Life у нас нет такой механики, что мы можем взять, найти провод, его принести, вставить. Короче, нет такого. Я такой подумал, а может быть бочка будет как бы это соединит, замкнет, так сказать, контакты, пропустит через себя заряд и взорвется. Да? Элементарно все было, конечно же. Просто надо взять, подумать логически. Логически подумать. Если бочка не падает в хладагент, значит, ее можно как-то задействовать. А как ее можно задействовать? Конечно же, она будет соединять провода. Это классно. Нестандартные тут загадки пошли. В концовочке прям решили так жару дать. Хорош. Угомонитесь. А какие у меня пушки-то? Я уж забыл, что тут. Опля, вот так вот. А дайте мне жизни и патроны. Что-нибудь дайте, пожалуйста. Хоть что-нибудь мне дайте. Нет, дискеты мне не нужны. Ладно. Кто? Откуда ты? А где ты? Опля, я тебя вижу. До свидания. Ага. Воу, ни хрена вас там, пацанов. А ну. А ну, рассосались. Или по одному подходим. Да хорош, да я так сейчас отлечу сейчас там. Нормально. Можно где-нибудь мне рубильник найти какой-нибудь? Мне надо слить хладаген, пожалуйста, дайте мне его слить. О, я вижу. Да хорош! Что за подставу пошли? Шесть хитов. Здорово. Здоровый мужик. А что? Coolant pump. Ну вот, coolant это охладитель, pump это насос. Pump качать. Слив. Слив, coolant, pump, слив, хладагента. Все, пошел слив. Во, смотри. Отлично. Что за... Ну, я так понимаю, это часть решения. Вниз? Зачем вниз? Ого. Да хорош, да что ж вот такие. Один и... Один. О, здоровье, здоровье, как хорошо здоровье. За здоровьем надо следить обязательно, конечно же. Так, все. Coolant Basin Empty, окей. Coolant Basin Airlock Open. Хорошо. Мне все это очень... Ва-ха-ха. Ну, я понял, да. Ну, блин, ну, это, конечно, очень увлек... Ладно. Не буду гундить. Где выход-то? Вон, все. Я понял. Понял, смотри, как... Да просто вот так вот, вот где обрыв моста. Там мы выставляем эти бочки. Только можно? Одну вон так вот.
Вот так вот. Одну, вот это вот будет последняя. Тихо, тихо. Тихо, пожалуйста. Не мельтеши. Ой, же перебор. Кто там? Кто там со мной говорит? Я занят. Я расставляю бочки. Очень увлекательный процесс. Ну так, нормально? Нет, криво. Надо чуть вот так вот. Так, теперь, а нам хватит-то вообще их? 4 бочки у меня, да? Да хватит. Ого, да хорош. Что, куда ты делась? А, вот, нифига себе. Почти встала даже идеально. Ну, как будто слишком я это... Шаг маленький, надо шаг увеличить. Вот это подальше. Так она гениальна. Вот посмотри, как я гениально сделал. Она упрется, она не поднимется до конца, она упрется в этот в край моста. Гениально. Но это на тоникову тоже надо еще. Ну теперь точно. Так, тебя тогда двигаем. Угу. Ты вообще вот сюда идешь? Как тебя как-нибудь аккуратненько можно? Тихо, тихо. Да иди сюда. Поднимись. Да подожди, ты! Стой на месте! Не трогайся вообще. Да уйди ты отсюда! Да вылези отсюда! Вылези, я тебе сказал! Ну, я думаю, это я сейчас уже, откровенно говоря, хреновней занимаюсь. Все будет нормально и так. Да? Все, вот так вот нормально. Не надо тут четко все устраивать. Ну, подожди, ладно, только вот этот чуть уровень. Все мне хватит, конечно, мне все хватит. Хватит ерундой страдать. И хватит мне бочек. Да, мне всего хватит, все, погнали. Назад, просто назад, F6 нажимаем. Дабы не было беды. Есть кто? Есть тут кто? А все, теперь возвращаем, да? Ну, надеюсь, я. Да, смотри как. Почти в ряд идеально. Да это просто перфекто. F6. Ага. А куда? А почему пчеломётчик-то появился? Так, не-не-не-не-не, слишком жирно для них. Ага, F6. Я же F6 нажал до прыжка, да. Можно теперь поаккуратнее это делать? Пожалуйста, поаккуратнее. Ага. Нет. Ага. Да будет. Да будут бочки. Я бы... Все, ладно. Если бы не бочки... Тихо. Я хотел как-то закончить фразу интересную. Мне вообще, мне даже не получается. Так, здорово, ребят. Ага. Ого-го-го. Я тоже подзаряжусь. Подзарядка это всегда хорошо. Так, сейчас, секунду. Немножко перекушу еще, да. Мне нужно подзабраться. Так, что тут? Мама.
принципе, ничего. Куда идти-то? Вниз? Угу, да. Ой, огонь. Да уйди ты! А-а-а! Напали! Накинулись! В темноте! Затаились и напали. Сейчас у меня подпалится жопка, да? Оп. Нет, не подпалилась. Где автомат? Да, а подожди, больше нет ничего прикольного, да? Ну да, автомат. Самое как будто оптимальное на данный момент пуха. Контроль рум. Вот, наконец-то мы пришли. Блин, ну зачем? Что-то я разбрасываюсь патронами налево-направо. Во, мы сейчас активируем все, да? Во, да. Сейчас будет power status on должен, да? 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 Опачки, что-то пошло. А как я пройду теперь? Вы что, обалдели? А можно игру, наверное, потише, то сейчас опять она орёт? Я не знаю. Я не знаю. Почему так громко? Не, не помогает. Никак не помогает, ладно. Ладно, погнали. Все, F6. И понеслась душа в рай. А ты, вот это было идеально. Есть кто? Есть кто тут? Нет никого. Мчим! Мчим назад к Розенбергу! Вот! Теперь это заработало. Я до этого бегал, нажимал миллиард раз эту кнопочку, думая, что почему у меня не работает. Оказывается, не работало питание какое-то. Теперь оно заработало, и окей, да, мы можем пробежать... по этому мосту. Зашибись. А почему? Ладно. Стой! Куда побежал? Куда побежал? Засранец. Ага. О. О. А я тут... Ага, я понял. Я все думал, как сюда попасть? Я надеялся, что ты появишься. Ты должен зарядить эти энергетические ячейки и вернуть их доктору Розенбергу. Я бы помог, если бы не был сильно ранен. А, вот эти, да? Ты можешь попробовать протолкнуть энергетические ячейки через ограду станции зарядки сзади меня. Я сейчас попробую браться с дороги. А, да... Блин, мужик, ты как-то слишком убрался. Капитально убрался, ладно. Надеюсь, ты потом вернешься на место. Так, все, погнали. Ага. Так. Да это ей невозможно Е перемещать ее. Да что, куда она? Стой. Забавно. Так, все, окей, давай, 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 чуть-чуть. Опля, вот. На, оп. Все. Давай, заряжай. Power Cell Charging Station. Спасибо. Вот это классная зарядка. Моментальная просто, считай. Ай. Ой. Давай, уже возвращайся. На место. Сейчас мы тебя вставим. А, нет, мы тебя... Подожди, мы тебя должны дотащить Розенбергу? Да ладно. Это будет вообще прикол. А, delivery lift. О, прекрасно. Я уже перепугался, что самому ее тащить надо. А тут есть целый лифт для ячейки. Вот такой маленькой ячейки. Давай, все. Все. Выполнено. Нет? Да, фу.
А может быть, мне надо было с ней. Надо было с ней. Это было бы просто офигенное решение, просто запрыгнуть в эту же. В этот же элеватор для ячейки. Но у нас есть отдельный элеватор. Нет, подожди, застой! Ну ладно, подождем. Я пока перекушу тут и там это не обращай внимания. Едет. Да-да. Спасибо. Все, можно теперь назад? Отлично, спасибо. А я запись включил. О, включил, ничего себе. Ого. Какой все розовый. Так, все, погнали. Здравствуй. Колхуй. Уже начали подготавливать устройство при помощи энергетических ячеек, присланных тобой. Молодцы. Этот раз процесс, однако, будет немного сложнее. Мне понадобится твоя помощь в комнате управления. Поторопись. Да ладно. Да ладно, внезапно. Моя помощь нужна? Я, конечно, с радостью помогу. Помогу, конечно же, Розенберг. Мы уже с тобой как братаны. Ты точно Розенберг? Я не помню, не путаю. Что делать? Кстати, только скажи, что делать. Я-то сам не шарю. Я тут не ваш, это не ученый физик. Я останусь здесь, чтобы контролировать параметры и управлять процессом. Мне нужно, чтобы ты поднялся в комнату управления и включил главный источник. Когда процесс будет запущен, ты также должен будешь открывать разгрузочные замки каждый раз, когда система будет заряжена, ага. Чтобы открыть поле смещения. Ага. Но не волнуйся, Колхов, этот процесс очень простой. Я скажу тебе, когда что-то нужно будет сделать. А давай, знаешь что? Не знаю что, подожди. Ага, беззвучная перезарядка, да. А, возьмем лоб. Чего ты ждешь, Калку? Ничего. Иди в комнату управления и найди главный рубильник. Ладно. Я это... Готовился к превьюшке, потому что сейчас она по-любому будет. Пожалуйста, поторопись, Калку. Да подожди. У нас мало времени. Не дави на меня. Я все понажимаю, ладно? Отлично, теперь подожди, Калку. Когда система будет инициализирована, потребуется некоторое время для интерполяции резонансных контуров. Вот. Неплохо так. Не, отстой. Не, вот так. О. Ну, решетка, конечно, мешает, но ладно. Обзор. Все, похоже. Нет. Основная система охлаждения неисправна. Колхун, иди к клапану, находящемуся на мозгах. Иду! Бегу, бегу, бегу. Крути, крути давай, Колхун. Отлично, теперь поворачивай ручку. Ой, а кто это тут? Кто это тут такие, пацаны, вы чё? Я упал. Ай! Я всё? Нет! Оно соскочило, ё-моё. Ладно, я вернусь, наверное. Там ничего не было вообще прикольного. А я все сделал. Система стабилизировалась, и главные накопители заряжаются. Когда индикатор зарядки достигнет максимума, ты откроешь поле смещения из комнаты управления. А как я пойму, что максимум? Ты мне скажешь? Розенберг, ты... А, все, он это... Скажет... А, вон, я сам вижу, все-все-все, да. Вон, максимум, нажимай. Поверни, тут вроде нажать надо было. Открыто, иди, Уолтер. Минус один. Отлично, круто. Начинаю зарядку системы для следующей телепортации. А следующий ты будешь, да? Блин, ничего прикольного нет пока что. Давай ты.
Ой, там ребята где-то. Я их слышу. Где-то вояки, где-то они тут. Где-то они рядом. Чуть-чуть последний. Беги, Розенберг, давай. Открывай поле, колдун. Теперь должен идти ты, Сер. Кто должен идти, Сер? Серый? Серега пошел, да? Я собираюсь пойти следующим, но не волнуйся, колдун. Я установил систему на автоматическую зарядку, которая начнется после того, как пройду я. Просто подожди, пока заряд... Тебя плохо слышно, брат. Может быть, и меня плохо слышно, может, вообще всех плохо слышно тут. Такой гудёж стоит. Во! Да я слышу военных, им... они под... А, вот! Видно, они сейчас залетят. Отлично, готово. Нажал! Беги, Розенберг! Розенберг, беги! Увидимся на другой стороне. Удачи! Как ты? Зачем ты бежал? Может был с этой стороны? Дурак. Может быть. Ай. Ага. А вы там что, ко мне лезете, что ли? Ну вы дураки, что ли? Сколько осталось, блин? Давайте, ребят, заходим. По одному. Да хотя, не, наоборот, толпой, толпой. До свидания, ребята, прощайте, прощайте. У-ху. Воу-воу-воу, чё, а чего так много? А ну отстали, отстали от меня. Чё? Что за дискотека? О, ребят, здорово. Ты прибыл. Когда ты не вышел, я подумал, что... Ой, нет, здесь что-то не так. Сименс, иди посмотри на колдуна. Чё со мной? Его тело похоже... Чего? Что с моим телом? Я же во второй части все нормально было. Чё начинается опять? Здесь ещё полегче. Черт возьми, я в руках. О! О, смотри, кто кого тащит. Смотри, кого тащит. Телом? Каким телом? Гордон Фриман. Собственной персоной. Это когда нас в утилизатор скидывают какой-то. Я волновался, что из-за неполадок, произошедших в последнюю минуту, ты мог попасть в бесконечные гармонические отражения. Однако тебе повезло, и ты стоишь здесь. Да. Нам всем повезло. И благодаря тебе нам удалось решить эту проблему. Мы сделали это при помощи колхуна. Мы сделали это! Объект колхун. Статус вне досягаемости. Без комментариев. Это, короче, единственная хорошая концовка в Half-Life. Вообще, в серии Half-Life. Ну, это я это где-то читал, но она реально... Хорошая концовка, все, колхун спасся. И во второй части будет отжигать. Вот, все, тогда на этом все, все. Blue Shift мы прошли. Gearbox, это шестеренки. Нет, это команда. Сейчас нам будут показывать команду разработчиков, кто вообще состоит в компании Gearbox. Все понятно, да, все как и было в Opposing Force. Ну, конечно, ну, откровенно говоря, Blue Shift слабее Opposing Force, что и логично. Что вполне себе логично, потому что тут меньше всего было... всяких фич, доработок, и это, короче, классическая Half-Life первая с чуть-чуть новыми локациями, чуть-чуть новыми, и все. И совсем тем же самым. Совсем тем же самым вайбом, все. На этом тогда все. Отдельное спасибо кому-то там. А мы, я думаю, все, тогда на этом закончим. Дальше у нас, конечно же, будут другие... Не другие. Дальше же у нас будут моды к Half-Life 1, Half-Life 2, кстати, тоже будут. Я прям жду, не дождусь, когда к Half-Life 2. Там есть у меня прям тот, который я очень жду. Но сначала будет один к следующей. Будет моды к Half-Life Echoes, кажется, если я не ошибаюсь. Я уже скачал, и вроде он даже неплох. У него на MDB вообще оценка... MDB, да, вроде да. Мод DB, да.
У него там оценка 9,7, что ли. Ну, это прям хорошечно. И мне, кстати, да и по сеттингу Эхос, если не путаю, очень понравилось. Я читал описание, там прям как будто будет очень интересно. Все, а на этом заканчиваем. Прошли с вами Blueship и будем дальше проходить остальные игры вселенной Half-Life, Portal и много чего еще будем проходить. Все, спасибо всем за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте обязательно. Увидимся с вами в следующих сериях и прохождениях. И всем пока. We'll be right back.